Здравствуйте, это я. Хотел показать мини-ферму в системном блоке на 4 карточки. 4 карты. Все MCI, правда, немножко разной модификации. Эти двухвентиляторные low profile, эти одновентиляторные. 550-е все. Нижняя карта воткнута в PCI разъем 16. Остальные 3 через лазера. Вот так. Блок на 600 здесь стоит. Бронзовый. Ну, нормально. Тянет. Карты подключены к лазерам и закручены к корпусу. Вот здесь вот дырочки насверлил. И балочка такая засунута. Ну, системный блок, грубо говоря, передний отдел полностью выдернут. И спилены корзины для жестких дисков, для CD-привода. Все спилено и освобождено. Ну и палка там прикручена на обычный саморез. Так. Все прекрасно работает. Компактно. Можно поставить вот так. И ферма будет занимать совсем мало места. Вот так можно из обычного системного блока, но тут сбоку тоже выдернуто для охлаждения все крышки. А, и жесткий диск, забыл. Жесткий диск вот туда засунул просто под палку, под балочку. Вот так. Вот такую конструкцию можно придумать. Все, пока.